Всем привет, мы продолжаем проходить последние иксы, уже близки к финалу. Сейчас я собрал около 5 миллионов и потрачу их на апгрейд движка. Летим в облака Атреи, это точка рандеву, где должны флоты встретиться, которые мы собирали до этого. Ну, в первую очередь я там посещу пиратскую базу. И там куплю апгрейды. Так, посмотрим, есть ли кто на карте. Ну, не, на карте тут никого нет. Видимо, все-таки уже сразу в ксенонском секторе они появятся, когда мы там будем. А точка сбора в облаках Атреи это условное было. Так, пиратская база это там, да, это там. Вон она, кругленькая. Connection to local trading network established. 10-й тюнинг. 11-й, 12-й, 13-й. Сколько мне осталось? На последнее осталось 16. Ну отлично. Я доволен. Все, сохраняемся. И мы готовы к бою. Выдвигаемся. Target now locked on. Gate unidentified. Entering system unidentified enemy sector. Ну посмотрим, кто тут у нас есть. Что-то наших. А вот флоты, отлично. Сплиты тут. Надо со своими держаться вместе. Чтобы они отвлекали на себя основной огонь. Кто там, интересно, сейчас уже стреляется? Давайте чуть ускоримся. Какая из них ближняя? Ну там этот летает, давайте вот туда. Интересно, она сильно бронированная. Вообще легко, а чё она выронила? Целых 7 батареек. Ладно. Все понятно. Надо будет напоследок попытаться какой-нибудь эсминец вальнуть. Бух. Где еще? Вот это что? Да ладно, годится. Ух.
Все, наши почти победили, что ли, получается. А, это наши там летают. Не, ну вот это вот впереди не наш. М2. Попробуй в него высадить. Ну его нафиг потом, после свечек. Привет. Бах. Еще остались. Одна. Где-то вот в этом районе. Вон она. Конечно, они отвлекаются на эсминцы, по мне еще ни одного выстрела не сделали толком. Ой, косой. Так, все вроде бы, да, посмотрим, что пишет. Report to Argon One, да. Ну, я хочу вот эту попробовать вальнуть. Раз такая пьянка. Не, ну... Следующих, ладно, завалим. Ты, думаю, не один. Ну как? Alert. Rocket closing. Rocket closing. Attention, energy low. Alert. Ну давай один хорнетом. Офигенно, я сейчас в себя хорнетом не попаду так. Блин, он все-таки быстрее меня еще. Так, ладно, надо сваливать, пока наших не размотали. Привет, плитка шоколада. Ну ты целый, нафиг тебя. Ладно, полетели. Где ворота?
Да, посмотрим. Окинем прощальным взглядом. Наших там двое. Непонятно. Ну, часть, конечно, наших поумирала. Надо фиг с ним. Target now locked on pirate ship. Target now locked on pirate ship. No aim. Тут кофеёк пока можно попить, пока лечу. Какая-то легкая прогулка оказалась. Но тут, сражаясь с эсминцами, всегда есть риск, что он в тебя просто врежется. И все. Target now locked on pirate ship. No aim. Target now locked on gate the wall defense headquarters. Entering system the wall defense headquarters. Так, теперь надо найти тут Аргон один. Надеюсь, он... Вон он там вдалеке, я уже испугался, подумал, что нет его. С апгрейдом на скорость, конечно... Ощутимо быстрее летаешь. Не такая черепаха. Сохранись на всякий случай. Connection to local trading network established. Target now locked on Argon Lifter. Target now locked on Argon 1. Argon 1. This is carrier Argon 1. Can I help? Электростанции уничтожены. One moment. I will inform Vandana immediately. The Argon government was already informed of our victory, and I was told to declare you a hero of the Federation. From now on, every Argon station and factory will treat you like a real member of the Argon Space Fleet. Им уже сообщили о победе, и теперь меня объявили героем Федерации, и каждая станция и корабль будет ко мне относиться соответствующим образом. А я спрашиваю, что я могу сделать. Now we can continue our combined attack on the Xenon facilities. You did a great job destroying the power plants, but now we have an even harder target. It looks like the Xenon managed to finish the construction of their new M0 mothership before we destroyed the power plants. This new ship is still located in the Xenon main sector. We did find a way to this sector from the split sector Tharax Beard. Leave Tharax Beard through the south gate. You will enter a Xenon sector. The Xenon main sector with their shipyard and the M0 mothership then lies behind the west gate. Так, все, ты закончил говорить? Ну, вот, смотри на картинке. В общем, сказал, что успели достроить они
М0, то есть флагман, до того, как мы уничтожили электростанции, и попасть можно в этот сектор через Бородатую Руку, то есть сначала на юг, оттуда на запад. Задача у нас уничтожить теперь вот этот ксенонский М0. Так, ну, дальше он говорит о том, что этот корабль способен ваншотнуть даже текущие эсминцы, поэтому крайне важная задача его уничтожить. Говорят, будут инициируют атаку, когда мы начнем атаковать, но наша задача уничтожить турели этого корабля, то есть я основную ударную роль буду играть. И, соответственно, говорит, что нужно снова сообщить, ну, попросить другие расы присоединиться, если у меня есть такая возможность. Это, конечно, нудно, но вот в текущая миссия показала, что это очень помогает, когда на тебя вообще внимания не обращают. Поэтому я по-быстрому полетаю, все-таки поговорю с ними. Хорошо, я немедленно свяжусь с другими расами, скажу так. Все. Интересно, у меня в квестах висит, или может оно уже считается? Get support from other races. Да, нужно поговорить с другими. Но мне все равно лететь через все лететь, поэтому без разницы, полетим, куда нам деваться. Но увидимся в следующей серии, и уже будет финальная миссия. Будем атаковать ксенонский М0, спасать галактику. На сегодня все. До следующей серии.